А, что, Белодом прошел, да? А тут Кирс этот пролив полутал. Белый джиндарова. Хорош, хорош. Леха, что, перерыв сделай и пойдем покурим. Бел. Топ-5 и прилив. С ролом 34. Как же вы много пиздите. Лёшу не слышно вообще. Перерыв 5 минут. Ничего, не а кто пушку золотом? Его пушку. Магическую. Там, блядь, два единственный человека. Единственный маг. Два человека ролили. А я вчера тоже был один. Макс. Помимо меня еще были 4 лока и паладин. Там локи были, конечно. Нет, тут локи паладин есть, просто не ролили. А у кого полечу есть дамаг шифтаните полечу, а не вот. Какого траху тебе? Третий, по-моему, да. Нормально. Пошел чарец. Не, ну вчера мы еще делали 7 полов, так что с 10 считаю убили. Ну да. Так, я видео удалил, там где было это. Я сдох, да, в комнате? Назови видео, давай статик приходит первый раз на лича, убивает с первого трая. Я удалил видео, чтобы этот баг не кинул. А почему у вас такие удивления, что все на Джайну собрались? Да какой это баг, он просто не бил, и все. Вообще, вы первый ДВС состав, который убил лича в хэй. Мы первый ДВС состав, который вообще ходит нахуй в ЦЛК ХМ. А что, я нужен или нет? Нет, в силу себя. Заходи, заходи, я покачаюсь. Мы первый ДВС состав, кто убил ребро нахуй в Гере. Что значит, что мы первый ДВ состав? Потому что ты знаешь хоть еще одну ДВ гильдию? Тут не все с ДВ. Какая разница? Основной костяк-то, в смысле, откуда? Джоксы и еще одна гильда есть, я забыл название. По крайней мере, насколько я знаю. В джоксах, блядь, РТМ начинается, насколько я помню. Еще раз тебе повторяю, в джоках есть ДВ состав. Не знаю, такого вообще ни разу не слышал. Если у них там такие составы, что они Лара не могут убить, вы о чем? Ну есть же, есть. И еще одна гильда есть там. Там не ДВ состав, там просто второй. Он также идет почти вечер. Просто это у них тоже тут же тоже не ДВ состав, тут просто дневной РТ у них. Вот и все. Нам удобно, поэтому и мы играем. Кто-то днем играет, но у нас тут с ДВ половина только. Войт, ты здесь? Вот, слышишь, нет? Так. Не слышно? Слышно. Короче, старый, напишешь ему, чтобы себя это сделал. Короче, нормальный спек на магию. На урон от магии? Да. Там, блядь, я не помню, там аркан магии или, блядь, там темная? Там аркан? Там огонь и лед. Огонь и лед, да. Че, кому плюсовать? Давайте на аркан. Лехи? Делает. Можешь старику. В джоках статик с 9:30 и с 6 вечера. С 9:30 вечера. Вчера было с джоками в рейде. Типа во втором. Говорила, было в топ ДПС своим. Заходила, тринкет хотела себе полутать синдры. Повайпалась знат. Говорит, у нас так, блядь, пуги приходят, типа, знаешь, ложатся там с пула, блядь, и лежат весь бой. А там заставляют босса. А, ну таким составом, да, я прям и рассчитываю, что вы убьете. Идеальный состав. На лича. Чё по боссу, шифтаните на маг, есть у кого? Не идеальный. У нас еще вместо Нарсии хэпал был. Ну тоже ее. Сейчас, секунду. Состав хреноватенький, честно.
Я общий урон написан на общий ДПС, это не полечу. Че, видюха есть? Да, видюха есть, но я ее удалил. Адмирал, у тебя тоже такой, такой себе. Кто? Урон. Неправильно. Ну, Скадрин, скажи, как пользоваться. Я не умею такого нет. У кого правильный? Давай твой посмотрим правильный. Да нет ни у кого. Кто нихуя не знает, что делать на Джайне? Я тебя никто не знает. Я видел видосик, но... На следующую неделю... Я кусочек видоса видел, где кто-то скидывал какой-то луч и все. Это все что я посмотрел, что-то они сбегаются по разным сторонам, что-то разбегаются, потом какой-то хуйни какой-то бегают. Я так нихуя не понял и выключил эту хуйню. Сейчас мы Изи убьем с первого трея. Короче, это. Сейчас первую фазу посмотрим. Как кто будет. Что делать. А дальше? Если первая фаза нормально пройдет, значит, вторую буду рассказывать. Если первая фаза хуёво пройдет, значит, на первой фазе расскажу, что почему. В канале видео с рейдов есть видос Джайн. Также в Афоне на канале есть куча видосов. Учитывая то, что я здесь не первый раз на Джайне, тут полегче будет. Но опять же, мне придется немножко попотеть. Лично мне. Так, ладно. Первая фаза. Всех сумануть. Охотника сумните. Нарти, а ты в хиле. Я уже захожу в игру. Где Женек? Заходите все. Прилог делал. Беладона пока вместо меня возьми, не чарь. Монти Беладона. Ты Женек здесь? Заходите быстрее. Рыбу ставлю. Запускаю босс. Куда запускаешь суммоники и видосы? Бафов нету еще. Объяснять рыбу... вроде начинал, не? Рыбу поставил. Так. Ставлю одну метку. Мне тут говорят, что про нас уже на форуме пишут, что мы бога-юзеры. Адмирал пишет? Нет, не адмирал. А мы-то тут при чем? В чем бога-юзер был? Он сам забагался, мы тут реально причем. Это ничего не решало, то, что он поставил несколько секунд. Ну и пускай они про нас пишут, что у нас ачивку, что ли, или что? Пусть хоть упишут. Так, мастеру, это кто такой вообще? Ты кто-то свой твой стрим смотрит, кто-то, походу, все-таки. На задницу вообще. Ты удалил, там есть пацаны? Не часто так. Я-то хуйню, да, я сразу удалил. Ну понимаешь, админ эту хуйню банально не починят, потому что... Админам похуй на этот баг, у нас он также багался. Его тут уже нахуй посылают. Мне даже уже в ПМ пишут, чтобы стрим вырубили. Зайди нахуй его пошлю. Да ладно. Этот, короче, смотрите. Все здесь, дай проверку. Блядь, ты меня влетел, сейчас перезайду. Сейчас. Ты здесь? Все, все здесь. ДКшка, ты стоишь на боссе, набираешь на нем агро, стоишь там, прожимаешь под это. Ну, прожимаешь там зеленочку и тому подобное.
там будет каски босс. Дальше, Локи, твоя обязанность. На боссе постоянно должно быть замедление каски. Все остальные. Буду анонсить шторм. Буду анонсить шторм. Это значит, что вам надо делать. Разбивайтесь на рейндж 10 метров друг от друга. Можете по всей платформе разбираться в осквернении. Этот. И просто стоите. Вас прохиливают, вы стоите, бьете трэш. Дальше. Артемия, твоя обязанность этих больших будешь собирать на РДД-зона. РДД-зона. Старик, Женек, Беладон, Япончик, Мозер. Вы в приоритете сливаете больших, которые будут на Артемии. Китос тоже даешь на. Когда надо будет моего свичнуться, я скажу свичнить того моба, который я буду водить, собирать этот. 25 стаков собираю, потом иду закрывать портал. Подвожу моба к закрытию портала. РДД зоны свичитесь и все. Чем быстрее сливается трэш, тем, блять, меньше урона по рейду. Больше ничего сложного. А так стоите в одной метке в квадрате. Просто бьете. Нестабильная магия, Леш. А, нестабилка. Короче, на вас будет появляться это, дебафчик нестабильной магии. Эта херня, если вы прожмете обилку, она уйдет в КД на 30 секунд. То есть желательно под эту фигню сливать там пулы, которые вы не используете. Основной ротации. То есть, грубо говоря, там хантом можно сливать какой-нибудь другой выстрел, допустим, да, там, без разницы. Или можете сливать КД обилку, которая превышает восстановление 30 секунд. Там рестор друид может остануть, не знаю. А ШФшнику слово тьмы смерть можно использовать, да? Да без разницы. Это да, можно, совершенно не важно. Даже ШП может там хило обилку слить, там, блять, не знаю. А, понятно. Щиток сливай. Заебись. Смысл беспощадный. Любую обилку, даю проверку. Для друида это какие-нибудь корешки, которые на себя накидываются. Для шаманов это щиты какие-нибудь. Успокойтесь, стоп. Дайте мне, можно коротко информацию? Стоим в кубике, хуярим босса, по команде разбегаемся, бьем трэш, да? Не, просто бьем трэш. Босса бить не надо. Босс иммунен к урону, и к нему урон не проходит. Просто бьем трэш. Больше не... Я знаю, кто эту хуйню на форум ебанул. Женек здесь готов. Это пиво. Да? Нихуя он черт ебаный нахуй. Пить сапроты? Женек здесь, да, сапроты. Женек, все, запускаю. Запускаю. Да, красавчик, ебать, я его нахуй. Ебанул вообще игнор на всех пирсов. Ладно. Да он отсосет этим стримом, ничего не докажет, это не наш баг. Так я удалил то видео. Неважно, даже если ГМы проверят, это не наша забота, это глюканул все. Да и этот баг практически ни на что не повлиял, пул был отлично. Старик, запускай. Я услышал вас, я запускаю. Не отличный, он просто не идеальный. Там есть записи вчерашнего пула, и там, где видно, что, блядь, мы оставляли буквально проценты. Локи, замедление не забудьте сейчас на чайную повесить. Запустил? Да. Локи, не забывай, постоянно держи. Я не могу атаковать эту цель. Атаковать нельзя. Это Леха метки не расставил, мы дальше не планируем первой фазы. Начало первой фазы. Дайте лап. Бэм, да? Босса вообще не бьем, да? Не, босса бесполезны. Босса бесполезным. ДБМ работает. У меня стаки копятся, по крайней мере. Такая же хуйня, тоже стаки покоплю, чё нет?
За нестабильной магией следите. Следите. Если она будет атака, забирай же снимаем. Тиме, забирай больше. Второго же. Не бейте сокрушителя. Сгустки заберите. Ташку, хильте, Ташку, прижимайся. Не бейте сокрушителя, мелких бейте. Да бейте сокрушителя. Да чё я випацы пособираю, чё ты на себя не подержишь? Смысл, не надо его, второй, блядь, забирается и водит. Зачем ты тут три танка? Трэш держишь, держи. А, в смысле у босса, я думаю, водить босс, буду. Держи трэш. Типа, в плане... Да это что, меня три штуки шотнет. От шторма разошлись. Вот и все. Видишь, заговорил. Что было вообще? Ну, это была болтовня вместо того, чтобы объявить, что шторм. Заговорила. Там перед штормом разбегаются люди, набирается дистанция рейндж. Тимя, просто поставил, блядь, станчик трэш там. Ничего тебе не шотнет. А вот эти лучи с портала дамажат? Нет. Можешь через них бежать. Все это... Да давай я лучше одного повожу. Ты не поводишь одного. Потому что у тебя, блядь... Ты как его агро будешь набирать? Все мелкие будут на тебя, тебя будет убивать. Короче, ребят, смотрите. Когда вам будет наносить шторм, вы должны ренжу набрать, разбежаться по комнате. Там десяток, 8 что ли, достаточно. Просто стоите, когда шторм пройдет, вам проносит, чтобы вы опять сбежали с точки. Иначе будет вот такой дамаг. Был не дамаг, это был ваншот, блядь. Ну, потому что стояли все в кучке, дамажат от соседей. Он вообще постепенный дамаг идет, потому что он, да, от предыдущего соседа бьет. Верняю, если... никто не предупреждал, пока. У нас артенис. Хочешь, можешь идти. Тариф тебе снимет ИП, начислит, блядь, ПГП и ДИ. Нет, мне только Клабон писал. Смотрите, у нас РТ не закончится. Чё, 2 часа? Пока бафы идут, я био 30 секунд. Джисса поставьте. Так, я тут. Амирал, вставай. Какой рейндж надо держать? Рейндж 10. Не 10. Вот смотри, сейчас я... Несколько раз тебя подняли, ты просто был... смотрите, ну, между лучей можно разбегаться прям в ебеня. Вот я бегаю, вот прям вот, вот по этому всему радиусу можно рассасываться, размазываться как говно. Короче, вокруг квадрата. Причем желательно растекаться как можно дальше, оставить место в центре хилам, чтобы могли вас прохиливать. И на расстоянии подальше друг от друга. Потому что если кто-то будет для комфорта сжаться в интимное пространство, то вас въебет. Поэтому как только кричат шторм, как тараканы от фонарика, чтобы съебались. Адмирал, ты тут? Да. А стрим ты зря, наверное, удалил. Да. Нет, он типа дальше идет, как бы типа. Мазер релоз. Так, по-любому где-то есть удаленные. Чего вы паритесь? Не будет бана, это не ваш баг. Ложиться мы не обязаны были. 10 секунд ни на что не повлияли. Да, ребят, не парьтесь. Администрация давно знает про этот баг. Это их проблемы, это не наши хрен проблемы. Хрен пойми как, хрен пойми почему, иногда лишь баг. Видишь, хорошо.
почаще вот так. Пасок? Берсы, много было времени еще? Да, 3 минуты, блядь. Ну еще плюс 10 секунд, иначе вообще ничего не решает. Там, ну, полторы минуты взять даже, две. Дай бог пиву здоровья, ёпте. Ладно, забыли про эту хуйню. Встретиться бы с ним, да, поговорить. Ну, давайте сейчас не об этом думать, а о том, чтобы на Джоне всё-таки расчищено как-то. Ничего никто не говорит. Запускай. Угу. А, да, кстати, сопротики попейте, у кого кончится. Адмирал, сам себя пробафай. Я не понял, вот этих элементалей больших мы не трогаем или что? Я тебе объясняю. Появляются элементали. Первого сливаете, второго убегают. Видишь, лучи были? Каждое закрытие луча – это убийство элементаля около портала. Там поймешь, тебе анонсить будут. Их не трогай. Мелкий трэш, пизди. Мелкий трэш сливайте. И тех мобов, которые будут на... Там кого лить проанонсит? Гардро, фотайте. Лить. Особенно, когда шторм. Паладины, вас дохуище, дайте пристам МП5 баф. Медона босса повесьте. За нестабильной магией следим. Двадцать секунд, шторм. Убежали. Начните рассасывать. Уже. Убежали, срочно. По краям нахер друг от друга. 5 секунд, шторм. Сова, дерево отойди. Трэш дальше, бейте. Стой, Ауди, никто сбегаться не говорил. Ренжу возьми. Побежались. В центр побежали. Блядь, ну вы серьезно. Спрохилить можете? Возьми, забери мог. Не, он очень сильно сыпется. Почему? Рейди мог, который залить, наверное, можно. Надо ничего заливать. Бейте мелкие. Этажка. Ух. 20. Да, у тебя босс. РДД убивает босс. РДД освистник, по-моему, мог убить. Я-то мертвый. Там, блять, Артемия есть. Там пишешь босс. РДД добить моба. 20 секунд, шторм. Сложила ее. 15 секунд. Короче. Не, без хулипала трудно. Босса травить. И все дыхашка. Делаешь себе, блядь, шмот весь на резист арканма. И делаешь ветку. Ну да. Это мне еще одеться надо. Я вообще, ты видел, какой у меня шмот? Там на рубле ты спек спроси у него там. Или Аскелону. У них какие-то специальные спеки под джайм. Ребята, я не обещаю, как бы я этого босса первый раз вижу. Вот контент до этого босса я знаю, как бы. Лича там, ОКЗС я вот ходил. Ну, класс. Здесь полностью весь урон. Здесь от физухи ничего нет. Я как бы не против, просто я прекрасно понимаю, что у меня ДКшка голый.
Вы видели сами, в чем я одет. Так что я, ну... Значит, надо тебя одевать. Срочно. Ну, я не знаю, срочно, не срочно, но... Я как могу, так играю. Не, ну ты тут не виноват, тут реально, ну... Но ты просто слепишься, потому что шмот. Знаешь, тут не похуй на шмот, тебе надо резист, на аркан. Тебе надо ветка. Ну, вот я вам скажу честно, вот... Я не буду что-то выдумывать, я вот вам скажу честно, в этой игре я играю, ну, настолько, насколько я знаю, я показываю, что я могу танчить, не танчить, там, хилить, дамажить, все это я знаю, но я вам честно скажу, я не фармер, я не захожу в игру и не фармлю ни траву, ни вот это все, у меня потому что элементарно на это времени нет, у меня есть семья, у меня есть дети. А где он резист на аркан возьмет, с кожевки там или откуда? Вот, поэтому, ребята, если... Где-то что-то, ну, не знаю. У меня лестница, пожалуйста. Нету, допустим, голды, там, по 5000 печеньки эти покупать с солчата. Не знаю, как их убивать. Сейчас я на боссе буду. Бафы дайте. Походишь со мной, я тебе печеньки поотдаю. Ты только скажи, когда там, чтобы я на столе шел. Поднимите. Каждый день заходи где-то за 2-3 часа до рейда. Я не могу точно тебе сказать, но где-то я так хожу. Короче, смотри, будешь забирать на себя большого моба, второй влазит, забираешь большого моба. Водишь их, тут будут сверки такие лежат. Забираешь эти сверки, ну то есть подводишь к сверке. Мертвые мобы, да? Да, большой моб забирает сверку. Дальше собирается 25 стаков. Подводишь его к порталу, который вот здесь. И он моба. Закрывается, да? Да, РДД убивают моба, одно хп остается у моба, начинается каст. Только надо, чтобы ты вплотную подводил. Каст проходит, и моб взрывается и закрывает портал. А вот один вопрос. Вот, получается, смотри. Выходит мелкий трэш, мы его весь убиваем. Выходит большой, он копит, получается, стаки. Нам его нужно подбивать, но по чуть-чуть первого. Пока он 25 не накопит. Первого вообще бить не надо, которого ТК вольт. Так вы говорите, надо его бить. Его вообще бить не надо. Будут на Артемии, все сливают полностью. Только вы не сливаете того моба, который будет на кашке, который будет в рейде бегать. Всех остальных, которые будут под боссом больших, вы сливаете. Настя, что? Я тут, на месте. Телефон залетел. Все хорошо. Запускай. Старый. Таску по паладину. Слышу. Все равно не понял, ну ладно. Что ты не задавай вопрос, Так первого получается, которого танчит, вот, я понял, бей мой таргет и все. Мы его не бьем. Бей мой таргет. Которая на Артемии, вы бьете. Которая не на Артемии, вы не бьете. Все просто. Которая на друиде, блядь, танки, вы бьете. Которая, блядь, на ДКшке, которая ходит по рейду, вы их не бьете. А уешкой там доливаете буквально до 50% хп, все. Что сложного? Все? Окей. Ты, кстати, зря стрим удалил, там он клевету пишет. Конечно, зря, я про это и говорю. Он говорит, что мы пропустили две комнаты и убили, типа, берсы и берсу скипнули. Ну, чё сонно говорит там, да? Да он, скорее всего, в помойку улетел, и потом он... Нигде каста висит? Да. Встань туда, сбоку. Да, здесь.
Второго брать такого же, да? Появится второй, забираешь и водишь в Ригис. К2. Вот, появился. Кто еще из РДД бьет? Забрал, да. 10 секунд от шторма, рассасываемся. Шторм, разбежали. Собирай свет. Да нет, бековый паладин. Да вроде не больно. Больно било по. Надо, чтоб не связались. Мы же без холли пала. БР, да, типа. Yes, yes. Сбежали в центр. Да нет, не прохиливают. Они тупо не могут прохилить. Что с прохилом? Бля, тут только одного танка хилить. Типа одного меня хилить и все. Адмирал, бля, что с прохилом? Давай я буду Адмирал чисто на тебе сидеть. Да так какой чистый? Было... Должны пятером сидеть тупо на мне, блин. Ну вот 25 на нем стаков, вот на этом. Да, вот так. Ну, вот так вот. Подводишь, и он, когда умирает, он взрывается, взрывает, закрывается один порт. В смысле, суть первой фазы закрыть вот эти 4 портала, да? Да, да, блин. Не умереть на штормах, там выхилить танков, убить весь страшный. А вот сейчас все падают от чего? У нас хила нету. По рейду. Не по рейду, по танку. Танки. Адмирал, ты тут? Адмирал? Да-да, я тут. Ты видел из параши, достань. Надо будет на форум зайти, потом посмотреть, что это даун пишет. Блядь, заебали эту хуйню, мы солите уже, прекратите, блядь. Пускай пишет, что хочет, на. Когда на тебя собака лает, ты тоже потом весь день говоришь, ебаная собака, блядь, и дайте пизды палкой, на. Нам не плохо вообще. Мне нравится, конечно, как блядь. Пиво больше всех там топит, о, суки. Так это пиво и создал. Да. А как ты это определил? Да, потому что, блядь, он мне написал. Хочешь скрин скину? Я там типа тебе этих раскрутился. Я в Дискорде сижу, смотрите. Там, смотрите, просто... Умора. 15-54. Лайки ставим резче. Пиво. Быстро лайки. Там скинули эти. Сейчас чекнем там. Короче. Последнее сообщение. Так бы мы не выложили. Типа мы специально. Он же стрим палит. Линканите через РВ пиво гандон. Чтобы красными буквами по центру. Давайте. Где я потом, потом замутят, чат заблокируют на недельку, на. За что, нахуй? Не буду смотреть, Димы за это бах был заблокирован. Нет. Ребят, сообщения не модерируются, которые в рейд-чате и в группе. Это волк-чат только модерируется в сообщении. Вы можете тут хоть друг другу мамку таскать, никто ничего вам не сделает. Ну так вот, давай потаскаем его мамку тогда, чего уж там. А у них с сервером проблема какая-то, вот в Долоране на маунта не садится, короче. Я написал ГМ, он и пишет, слышишь, а у тебя, говорит, полеты в непогоду есть, говорит. Нормальный челик? Второй карты спрашивает, есть у тебя полеты в непогоду? Кир, заходи. Ты вред. Настя, Мозер, старик, Кирс, Никита. Бафов не хватает. Че, Кирс, запустил мой, если шкаф поставил? Долго запускаю. Касочки нет.
Шкафа нет. Дайте шкаф, ребята. Инта, каска. Шкафа нету, смысла. Лидера, закинь ее, быстрее будет. Значит... Старик, лидера, закинь. Еще раз дают. Сейчас умоню Кирса. Я колонки выключу. Кирс, готов? Готов, он нам доедает. Лёха, кто там со мной еще больших бьет? Я и кто еще? Лапку дайте по Кирсу. Магия Лема. Магия Лема? Кирс, сопротив не забудь. Три человека без сопрота. Жужин, Frost Go и Void Frozen. Почему танк без сопрота? Тысячу хотите получить, да? Жужин с этим выключил. Ой, где сопрот? Нет. Потом... А там вопрос, блядь, а чё от меня так пробивает сильно? Ну, блядь, приобрети обмен Никитосу, он за 100 голды тебе по-братски отдам. Лишь бы ты танчил. Давай, я ему отдам, потом отдаст. Всё, дали, 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 всё. О, охуе, четвёртый трай. Всё, нет. Тихо, тихо. Адмирал, хер больше по таргет, зачем ты щиты ману сливаешь? Потому что эти щиты мне увеличивают от хил исповедью и флешкой. Здесь не надо много хила. Держи танков. Мазар, я без тебя знаю, что мне делать. Тут не кричал, потом мана кончается. Не боюсь, не посажу. Все, тихо. Что же, 20 секунд. Сбежали, 10 секунд. Пять. Шаман от меня отошел. Сбежались. Три штанга заберите. Да там так. 15, 20. 22, 23. Там портал один лежит справа. 25. Ставь его. Шторм второй, 8 секунд. РДД переключили. Ой, шторм, блядь, еще до шторма. Ты че линкуешь-то, ну? А он так показывает. Он показывает 30 секунд. Это вспышка была, блядь. Кто, забери с меня спустя. Убьете больших вообще? Тимик. Никто не помогает, давайте. Шторм 15 секунд. Разбежали, с ренжу взяли. 10 секунд. Трэш бьем, РДД, блин. 5 секунд. Да, если столько мне стоит его убить. Бежались. Обратно сбежат. Лема, кто там еще? Переключайтесь, больших и немного. Мелких с танка заберите в центре, пожалуйста. Мелких заберите. Спасибо.
еще одно. Стаки начинают быстро. Не бей размах. Да, мне уже 30 стаков. Мелки, каунтите мелких на себя. Все на друиде мелкие, ты милики. Шторм, 20 секунд. Провокатор, стопни, не бей мелких. 15 ренжу набрали, РДД продолжает бить. 5 секунд. Бежали. Не на эту ли сторону надо сбегать? Противоположную, по идее, надо. Перебегать, перебегать. Леха метку не поставил. За шаманом бегите, за стариком. Да не бегите, блядь, стойте там. Какая разница? Киньте. Большой срок. 23. 24, 25. ДД подшли, слили. 20 секунд, сторон. 15 ренжу взяли. Пять секунд. Паладины под. Артемий, набери агро. Не могу. Сбежались. Если бы вы убили мелких с меня. Шторм, 20 секунд. 15, разбежались. Катер, стоп, не уру. Имею. 5 секунд. 23, 24, 24. Войди там. 25. Прохильте ханта, или чё? Иду к последнему. Они далеко. Сбежали. РДД дальнего забили. Подхиль. Ну, показал ладон-то. Это чё сейчас? Это шторм был? Да. Я показал, кат прошел. Смотрю, что-то знакомое, ну. Бля, ебать, тут хаос мне творится вообще. Ну, у меня прям ДБМ написал, каст прошел. Тимен, рулет, можно твоего друида? Его нету, он на учебе. Это огонь был, это вторая фаза была? Да. Это вторая уже была? Да, мы перевели до второй фазы. Охуеть, я даже не заметил. По-моему, все одинаково было. Происходил пиздец. Нет, пиздец. Мы вот перевели до второй фазы, когда сдохли. Все в порядке. Вторую фазу ты не видел еще. Но мы талантливые. Для второй фазы там метки надо расставлять. И макрос, кстати, нажатие кнопочки. Блин, ну выглядит вроде бы несложно, ну, блять. Что-то надо много вовремя, всего. Надо
много всего нахуй происходит. Да, повсюду. А так вроде не трудно. Не, у меня ДБМ походу пиздит, я молчать буду. Не, у него кого нет. Он походу у всех пиздит, потому что мне тоже показалось, что шторм прошел. У вас, если стоит ДБМ от Санвелов, у вас показывает два шторма. Один от Санвелов, когда на боссе нет замедла, и второй, который пианист запускается. Ты сейчас по-русски рассказала. Меня показывал, который надо шторм, и он написал, что он прошел. Там Леха. Там этого шторма быть не должно. А это баг был, что ли? Нет, это не баг, это просто, блядь, не успеваете по таймингам. Да, это типа шторм, которого мы не должны были заставить, потому что переход на вторую фазу. Сорвался, пошел, половину стаков собрал. И получилось так, что основной моб, которым ДКшка собирал, типа, блядь, стаков, ну, блядь. Агро хуёвая, пиздец, блядь, какого моба не тыкну, сука, агро 80%. Ну, с пикой мелкие, я не могу набивать агро, потому что на мне сидят мелкие, ты понимаешь? Они на меня вешают дебаф, который увеличивает входящий по мне урон. Я не могу никого... Бей мелких, всё. Ты орёшь-то на меня, не пойму. Потому что я тебя просил во время пула постоянно, забери агро, блин, отвлекающему у них кинь, стой, бей. Какой нахуй отвлекающий, что это такое вообще? Это тебя агрит. Ты можешь так стаки с профа тырить. Для этой хуйни не земля, нет вообще такого на панелях. Мне кажется, это ГП. Да нахуй он вообще вперся, никогда этой хуйни не пользовался. Бесполезная а вот ёбань. Очень вообще ёбань бесполезная. Если надо, проще миликом берешь и таунтишь. Зачем, блядь, хантом стрелять отвлекающим? Че за дебилизм, блядь? После каждого есть таунты, нахуй. Кирс, тебя риснули два раза, не надо вольта. Понимаешь, таунт вешает КД на таунт, а выстрел не вешает. Выстрел 6 секунд КД. Тебе говорит хант, который сама играет за ханта. Да, он в курсе. Не знаю, у нас в обычке еще когда они убивали профа, вообще хант затащил этим скиллом то, что спал, забирал станк. Бафы раздавать. Да, я систо буду метки ставить. Короче, вам не повезло, этот хант нихуя не тащит. Забей, еще метки какие-то. Шуть. Ну, мы должны хорошо пройти первую фазу, чтобы метки. Нет. В смысле, больших, кого бить, кого не бить, а то все стоят, какая-то хуйня происходит. Ну надо, чтобы сказали... кто-то командовал, кого бить. Можно? Вам Леха сказал вначале, все, кто на друиде, не бьют. Все, кто не на друиде, бьют. В смысле, подожди, наоборот сказал. Он сказал, все, кто висят на Карине, этих мы бьем. Больших. А те, которых водят, не трогаем. Ну или так. В смысле, или так. Нихуя ты хуй с трамвайной ручкой сейчас попутал. Дай проверку, блять, кто не подтверждает. За экспла. Долго же. Рубайтесь быстрее, сейчас начнем. Не, ну мы на ней долго будем сидеть, нахуй, я так чувствую. Не одно КД. Смотри, мы первую базу прошли, осталось всего две. Одна из... Ты так сказала, как будто бы, блядь, как будто бы по лунопарку она гуляет, нахуй. Смотри, там цветочки, блядь, там семечки растут. Ага, нахуй. Я на следующий раз. Серёха, запускаешь или тут флот пошел уже? Да. Я запустил. Если видишь, что они пиздят, я запущу, все тихо. Фул босса идет, ходите.
Дакашка, забирай второго. Шторм. Встретишь. Это 24-25. Чё, веди так? Когда сливать? Большие. Шторм. Сбежали. А, тогда вот эти фиолетовые эффекты пропадают, закончится шторм, да? Да, да, да. Тогда спецэффекты заканчиваются. Больше. 23, 24, 25. Не так близко, видимо. Сказал, может, к порталу просто. Да, ХП у него кончилось. Что? Шторм. Тебе это так, если тебе хочешь. Не, блядь, не бейте его так сильно. Танк упал. Давай, пуп, потому что ты, блядь, с порталом. 23, 24, 25. Да нету смысла. Ты можешь в край туда встать, блять, за портал. Портал. Ложись. Стопните все. Сорок секунд, женой, подожди, дашь масс-реас.
пиво на сайте заблочили. Ваша учетная запись заблокирована. Причина покупка 44 тысячи золота. Заблокирована навсегда. Его заблокировали? Его, походу, твина. О, Миха прикол. Миха голду покупает, все правильно. А кого именно? Пиво тебе же сказали, блядь. Нет, нет, я понял, а кого не именно? Не самого пина, а его... Мария как-то там хуёв. Мастеру. А, да, понял, понял. Тут нихуя он речи толкает. Пианисту бан, блядь, понял. Такую хуйню несет интерес. Линка несу. Ну, блядь, дискорд полно, нахуй. Это предупреждение с моей стороны. Не хочет остальных персонажей лишиться. Пускай дальше. Лиса, ты что, так умеешь, что ли? Саня, ты еще можешь восстановить стрим? Да, постараюсь. Восстанови его? Постараюсь, надо время. Сейчас его нет. Песните, пожалуйста. Короче, если ты не закрываешь портал, моб взрывается, блядь, где-нибудь в другом месте, не возле портала, значит лошадь Кентанка, который танчит Джайну, потому что Джайна набирает стаки. Как ты собираешь стаки, блядь, поэтому... типа мобам с мелких сверки, так и Джайна набирает стаки, которые повышают урон по мейн танку. Только при закрытии портала эти стаки сбрасывают. Поэтому, если ты не закрываешь вовремя портала, давай. Чем быстрее ты собираешь стаки и закрываешь портал, тем меньше урона по моим танку. Да и вообще, всему рейду проще. Настя, встаешь? Я еще раз спрашиваю, кто больше бьет? Лемы бьют, Локи бьют. Я бью. Я постоянно бью, ловушку одну ставлю на маленьких, и все, и хуярю по большим. На пул ебаш. Пристабав дайте. Сейчас пристабав. Постоянно и... Мне просто три штуки собралась, блядь. Три штуки, это захуяло. Значит, надо, чтобы РДД все в приоритете хуярили. Да не все, там четыре хватает. Вон, можешь посмотреть, кто бил. Первую фазу пройдем нормально. Тогда сделаю ро. Тогда ты ро сделаешь? Нихуя, у нас чуть час, давай поедем. А можно сопрот не пить? Сопроты здесь и... Именно на первой и второй фазе не обязательно нужны. Да и на третьей тоже, потому что на третьей фазе отхил уменьшается. Сопротов на один пул, пацаны, давайте сейчас, чтобы не тратиться. У меня 55 секунд. Что жопа какая-то? Не, ну типа это косарь ГП. Что происходит у меня с интернетом? Меня слышно вообще? Да. Слышно. Офигенно. Хило, но слышно. Белодон, Настя.
Я сейчас зайду, у меня ж пизда какая-то случилась с интернетом, вроде вернулся. Окей. Сколько у нее? Три фазы, да? Да. А можете меня по трупу резнуть, чтобы не сумонить? Резни. А нет. Спасибо, Муза. Все, бафы дайте, поешь там рыбу, да и проверь. Надо же, я поеду на рынке. Ресы, ману. Катер, браск. Я же да нажал, нет? И пока ману ресы. Пока запустим. Завтра какой рейд будет? А мы все закрыли, ничего не будет у нас. В смысле, джайна у вас? Ну, джайна только можно потрачить, если. Но я думаю, нет. С ней потрахаться надо, вы чего? С ней надо долго трахаться, это да. Да недолго, главное, первую жить. Первая фаза легкая. Пока научишь одних, потом... Все, но тем не менее, это когда-то надо. Стоп, пиздец. Что это за телепорт был? Бывает, но вообще не. Жмен, Берни, Ганвест. Баф, дайте. Скорее. Шторм 10 рассосались. Рендж набрали. Что, страшно? Да. Тебя подними, понял. Невесту в прохилку. Меня прохил. Сбежали. Можно сбежаться обратно в путь. Невесту. Второй появился, Карина. Флоу вы забирали? Набираем. Что?
третий меньше ауешки. По тому мобу, которого адепт наводит. Большого не убей. Меня прохил. Стоп, не тебя уехал. Я тебя уезжу. Еще один. Меня прохил. Все, веди к тому порталу. Бери следующий. Вади. Со шторм? Шторм, смотрите, разбежали. Все, сбежали все. Порталу, РДД, подойдите, добейте. Возле портала. Прохил. Шторм. А, 20. Я вижу, когда шторм. Блин, что-то пугает. 15. Сашку, прохилте, прожмись. Все, бери следующего. Как-то не все берет. Шторм, смотрите, аккуратно. Ты можешь по последний портал перебежите, нет? Не надо, не. Стойте. Кучу, кучу, кучу. Кучу соберитесь. Пока поуешь, я потом подойду. Стопаните немного. А хотя у него хп был. Да бейте, бейте. Что? Бежали. Еще один. Все, 25. Подводи туда, встал. Дал прожимку на гейм. РДД, подойдите, добейте вот этого портала. Сейчас что делать? Стоишь, хилишься. Шторм. Все, разошлись, все стали. Квадрат, встаньте. Квадрат. Прохил. Все, квадрат, мелкий, дальше продолжаем. Сейчас кнопка по центру экрана появится. Прожмите все кнопки и больше нихуя не делайте. Нажали кнопку и больше нихуя не делайте. Ничего не исполнит. Тига даже никто не улетел. Стоим, дамажим РДД босса, милики стоим здесь просто пойми. Лучи, стоим в квадрате. Скучно в квадрате. Метки вынесли. Метки вы не знаете, наверное. Дебаф будет, метеоры. Ну короче, всё. Молодец. Всё, можно рассказывать. Тактику на вторую фазу. Это что за хуйня сейчас произошла? Короче, мы, в принципе, все увидели. Основные вещи — это метка, метеоры и лучи. Нас расставят по периметру, по кругу. Метеоры надо закрывать. Желательно, чтобы там было побольше народу в каждом, потому что иначе въебет по всему рейду.
метки выносить подальше от народа, потому что потом они будут стекаться к Жене. И вот они будут стекаться по маршруту, вот кто вынес назад, они будут стекаться четко по нам, соответственно. То есть выносить надо как можно дальше. Ну и лучи, понятно, не попадаться. Метеор, вот этот круг, который сейчас упал, туда да, надо... Да, кружочек, кучками, надо в него забежать. Кучками, да? Вот, вот видите, давай. Видите, вот метки текут сейчас. Ага. Вот максимально. Вот, вот, вот. Вот метки. Коротко и ясно. То есть метки какие-то мы должны выносить и в эти круги сбегаться, правильно? И при этом стоять в кубике еще успевать. Или что, я не понял. На лучах это... Нет, да, на четыре стороны распределят. Еще раз, нас расставят. Нас расставят по периметру. И ты должен выносить... На тебе появляется метка. Ты должен ее вынести подальше от народа, чтобы она, когда потечет к Джайне, просто зареет. Просто зареет, да? Или... Да, да, подальше. Немножко, ну, вот смотри, например. Немножко в сторону. Подожди, например, секунду. Вот смотри, давай, давай точнее. Подожди, она стекается как? Она от тебя идет, блядь, к Джайне? Или как? Вот смотри на меня сейчас. Вот я прыгаю. Видишь меня? Вижу тебя. Класс. Вот, допустим, метка вот здесь. Мы стоим здесь. На мне появляется метка, что мне надо вынести. Я бегу нахер. Причем по диагонали. Видишь, то есть не совсем в жопу. Подожди, ты опять усложняешь. То есть